Да отошли! Отошли, быстро, отошли! Назад, назад! Да ты чё, чёрный, чё ты отходишь-то? Так я испугался. Да, давайте, все туда, все туда, все в карцер, карцер. Быстро, потом, потом, потом. Короче, ваше задание. Стоять тут, на этом все. Ребята, у меня есть для вас задание, короче. Хотите на свободу? Да. Так, распределились по вот этим четырем углам. Это мы проводим эксперимент по разлету осколков. Эники, беники, ели вареники. Эники, беники, там, та там, та та там, та там. Держи конфетку, заслужил. Встал, там сидите. Обратно встал, да, в угол встал, в угол встал. Кушай конфетку. Кушай конфетку. Кушай конфету. Струченные стекла ненадежные. Ученый, помоги мне. Помогу. Я сдохну тут. Чем эта конфета? Наркотики? Да, немножко. Наркотики — это зло. У него бомбический вкус. Уйди от меня. Ошибка, стоп, 0-0-0-0. Нихуя себе. Меня аж заложило уши. Меня аж пролагало. Че делали? А этого-то как там убил, он дальше всех был. О-о. Спасибо, добрый день. О, бляха, муха, он на черный, он ёбнутый. Бежим. Мы не откроем эту махину. Блять, вы это открыть не можете. Давай, старайся. Блять, я пытаюсь. За 10-5, дядя Ансер. Вас кусают, дядя. И футболочку желательно. Дуду! Блять, иди нахуй! А ну иди сюда! И стресс микрочелик! Блять! Может, в параше пистолет спрятан? Идите сюда! Привет. Давай как-то, блядь, без этого, а? Да иди ты нахуй. Пошел нахуй. Вася. Вася, иди в жопу. Ну давай без вот этого, а? Я так просто не сдамся. Я буду мансить до последнего, ублюдок. Здорово. Спасибо, спасай! К стене! Нет! Убегаем! К стене! Да, ладно. Да, ну, я вот этот, да, короче, убираю все. Я свой. Мне нужно проверить. Я вас срать, уборщик ты или нет. Там жопа сзади, блядь. Да мне потом проверишь, я уборщик Рили. Жопу ставлю. А поветрия у меня нету, базарю. Дайте, оставьте меня с этим человеком наедине. Да смысл, мы все равно. Мы каждый день. Мне нужно его проверить. Давай, ты что, добрый день, видите, короче, у меня карточка. Вы больны поветрием. Да ты охуел, что ли? 49 плюс 49.2. Нету там 49.2, пиздец. В смысле нафиг? Ты чё от меня закрываешь, я не буду. Да блять. Здравствуйте, кадет. Как поживаете? Добрый день, кадет мобильной оперативной группе Чарли 10, равнозначное звание. Чего вы молчите? В смысле, блять, я говорю. А по кому? Кто, по кому стреляем? А, блять. Твою, сука, маму! Открой дверь, открой дверь! Лифт, 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 лифт! Ой, бляха, муха! О. Ну, пиздец, конечно. Не стреляй, подожди. А теперь стреляй. Да ты шо? Ты ёбу дал! Я из Сьерра 17, есть ты живой? Я на вот этой вышке, ну не на вышке, а на верхней хуйне. Спасите меня нахуй, кто скромник. Поселок, почем у вас? Лейтенант. Мы вас спасем. Он к вам бежит, он к вам бежит. Я его завалил, я его замочил. Молодец! Сюда! Все, контейнинг, он там лежит, теперь, блять, плачет. О, а это снова ты, молчу.
Какой молчун, я его завалил. Я завалил троих, по-моему. Молодец. 49-2 и вот нашего, блядь, дорогого сам. Друга. Молодец. Сам, чисто сам, просто. Рукопашный замочил. Прикладом дал, поебал, он сразу плакать начал, короче. Мне пришлось убегать, блядь. Вы-то, дебилы, начали там что-то, а, мы все умрем, а я такой-то, сейчас я его, короче, отвлеку, уничтожу один. А, зеленые человечки. Зачем гранату кидаешь? Вперед! Так куда вперед? Граната! А, это световая. А это кто такие, нахуй? А я не знаю. Одного потеряли. Да мы где-то вот остановились. За Орду. За темную Орду. Да чё, блядь, сколько в них влезает? Что там с лампочкой не так? Блядь, лампочка перегорела, да? А, ладно, давай. Тебя подсадить, чел? Тебя подсадить? Да, я и так достаю, мне руки длинные. Да, давай. Да, а что, она работает? Что ты хочешь с этой лампочкой? Подожди, РПД-стрия выставила в лампочку, теперь она не работает. Она все равно работает, она бронированная. Вот на лампочке деньги не пожалели, а как нам на зарплату, так все, денег нет. Я водку где-то спрятала. Ну веди, блядь. Ладно, раз на то пошло, окей. Я не помню, где она. Шкафчика, есть! Где? Покажи, как она выглядит. Вот, в этом ящике, Ооо. Я вам оставлю, наверное. Чё, хорошо. Чел, там их несколько. Ну как вы, блядь? Не, это все мое теперь, хуй вам. В смысле? Это мои деньги. Сначала работа, а потом, уже вот это все, да? Потому что сейчас буду не только я бухой. Все, я буду шмалять наобум теперь. Мне можно, я пьяный, мне море по колено. Я не знаю, по-моему, он в нас будет. Эй, добрый день. Здорово. Ладно, пошли. Вот, бляха, муха! Ну, пиздаем, короче. Эй, открой дверь! Извини! Там нету выживших, все. Короче говоря, предлагаю туда не идти. В смысле, я живой, гады? Я живой? Она за мной! Ты ебало завали? Будем бить вот эту тварь. Давай, смотри, сколько нас. А ее сколько? А ее одна. Все, тихо, я скаут. У нас точно все лампочки работают? Да. О, бляха! Что за мной? Сам потерял. Сзади. Давайте, все. Но не все. Да я только что сам включил лифт. Че ты так пугаешь? А! Блять, кубрик, ты дергаешься, че-то. Внимание, походу съели чувака. Прибыла. Фу, сука. Что происходит? Ой. А, что за хуйня? Нахуй пошла. Ой, привет. Ну пока. Короче, аптечка есть. Встал к стене. Быстро встал к стене. Блять, бесполезно. Откуда в тебя этот кепчик? Да, знаю, нашел. А, блять! Догони! Бля, ну это вообще пиздец какой-то. Строй, господа! Строй! Как бы командир сказал, строй. Все в строй. Он слишком маленький для командира. Ничего подобного. Мы понятия не имеем, что происходит в комплексе. Поступил, короче, сигнал, что немного пиздец. Я как вижу по глазам у вас тоже пиздец. Ага, мы не имеем понятия, что происходит в комплексе, как бы. Так что нам придется зайти. Группа у нас небольшая, чисто спецназ, элитные самые войска, как бы. Поэтому держимся как можно плотнее. Как можно теснее к друг другу, чтобы, ну, чтобы по нам точно не попали. Так легче было съесть. Да, и да, чтобы нас тяжелее было съесть, потому что мы большие, мы большая группа. Понял, походу это 939. 939, думаешь? Оу. А с чего ты это взял? Ты класс сказал, что большой. Что прикажешь делать против него? Понятно. Ну, все. Что прикажешь делать против 939?
в расход. У нас нарушение условий содержания SCP-939. Как бы единственный вариант это в расход. Что? Что такое? Что? Что такое? Вот конфета. Это что? Ну что конкретно? Это конфета. Ну, попробуйте ее съесть, как кандидат. Я бы не советовал бы жрать что-то, что умеет аномальную... Так, пожалуйста, кадет Рэм. Ой, лейтенант Рэм, подойдите, пожалуйста, возьмите... Кто розовую конфету? Скиньте, лейтенант Рэм, возьмите розовую конфету. Возьмите, возьмите. Так, лейтенант Рэм, оставайтесь в оружейной, остальные за мной. Съешь ее, съешь, попробуй. Попробуй съешь. А, нет, блин, не видно. Внимание, лейтенант Рэм был убит розовой конфетой. Не трогать розовые конфеты, они аномально опасные. Поняли, сэр. Половина налево, половина направо. В зависимости от политических убеждений. То есть вы, значит, правые у нас, да? Да. Добро пожаловать. Мне лево, потому что вы правые. Ковш, а что вы тут делаете? Вы с какой группы? Алло, Ковш, что вы тут делаете? Он онемел. Ковш! Что с вами? Ковш, идите за нами, идите с нами, мы вас выведем. Вы, походу, контужены, да? Ноги это чисто. Хорошо, выдвигаться. Пусть другой отряд. Куда ушли-то, а? Ноги-то, она ноги-то, ноги-то! Открой ты, ебаный дверь! Уходит! Каждую пятницу. А хочу пригласить вас на собственные сервера по вселенной SCP и Minecraft. Так что если хотите попасть в видео или поддержать проект, то ссылка в описании. Также мы добавили новый сервер LightRP и кучу новых плагинов.